Всем привет! В связи с отменой вылетов в Египет мы были вынуждены полететь в Тунис. Нисколько не пожалели. Привезли целую огромную коллекцию магнитов, посвященные именно Тунису. Это необъемные, очень красивые. Магниты дешевые есть. Вот мои любимые, которые тоненькие, голографические. Есть, которые потолще. Единственное, что перевозить такие магниты не всегда удобно. Вот можно увидеть, что они в багаже просто немножко поломались. Поэтому нужно заранее продумать, готовы ли вы везти столь хрупкие предметы.